Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. На полигоне тренируется новый отряд. Пошлю к вам самого лучшего. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Не забей, больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, поливая все пулями. В результате никуда не попадаете и выглядите как придурки. Рядовой Ален, покажите, что я имею в виду. Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. Поняли, что я имел в виду? Дождь пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Укрытие малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Рядовой, попадите в цель сквозь преграду. И последнее по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Давай, бери пистолет. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, когда выскочит первая мишень.
превосходно. Ты просто профессионал. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, всем иди наверх к остальным. Внимание, мы выезжаем. Все по местам, выдвигаемся. Самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу! Именно, правое или левое? Левое. Эй, а мы не слишком близко подобрались? А когда это Шепарда волновал? Отлично, мы движемся. Эй, эй, здание рушится. За это заплатят бешеные деньги. Хантер 2 пытается прорваться. Вас понял, Хантер 2. Хантер 2, осторожнее с гражданскими. Не открывайте огонь первыми. Следите за крышами. Там могут быть противники. Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет Стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это Дикий Запад. Вас понял. С
Следите за переулками. Прикрываем. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет. Просто наблюдают за нами. Зуб даю. Это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Не вижу, парень. Всем хантерам, это сержант Боули. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Выходим. Нескольких позиций. Задайте им план. Нас тут будет стрелять со всех сторон. Через кабинет истории. Поступаешь под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем. Батальон на марше! Thank you.
Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Макаров будет наградой. Макаров не добыча. Скорее бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни легенду. Это залог твоего выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Перекур окончен. Пошли. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Порядок, лед крепкий. За мной! Удачи, приятель. До встречи на той стороне. Держись! Не отпускай! Датчик сердцебиения. Сейчас ты должен меня видеть. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Раз, два, три. Отлично. На счет три. Раз, два, три. Отлично сработано. Надвигается буран. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Я взял твой бутерброд на столе со склада. Ты знаешь, кто ты? Верни обратно, ублюдок. Неплохо. Справа. Охрана что-то нашла. Прячься. Машина, прячься.
мой. Спокойно. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Я тут еще кое-что перехватил насчет спутника. Так, подожди. Ага. Похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда. Быстро. А разве запрещено праздновать? А разве ты не на окружном даже? Вижу крупные засветки возле вышки. Похоже на БМП. Несусь туда. Пейзажами любуемся. Пошли. Укрывайся за ними, идем через предангарную площадку на юго-восток. Отход противника.
изменить обстановку. Сила 6-1, мы под обстрелом, но почти у цели. Ждите! Быстрее, вперед! Вертолет! К нему, быстро! Браво-6, мы вас видим. Давайте на борт, горючки мало. Так, могу они. Слетаем. Группа 141 захватила систему автоматического контроля. Два бойца вынесли целую базу. Твоя задача будет еще сложнее. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Война идет повсюду. А где война, там непременно будут и жертвы. Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести, нет родины. Он проливает кровь за деньги. Теперь это твой друг. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. От тебя это потребует больших жертв. В сравнении с целью эта цена невысока. С нами Бог. Помните ни слова по-русски.
Начинается посадка на рейс 824 у 10-го острова. Как раз вовремя. Проверить экипировку. Как я этого ждал? А мы что ли нет? Подарочек мы им преподнесли. Это еще не подарочек. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружат тело, шум будет на всю Россию. Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути.
Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Гоус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Гоуст, у нас проблемы! Ложись, ложись! Он уходит, Гоуст, за ним быстро! Гоуст, наш водитель убит! Идем пешком! Жди нас у гостиницы Рио и постарайся задержать объект! Вас понял! Выполняю! Только ранить, он нужен живым! Роуч, стреляй! Дайте ему в ногу! Готов! Роуч, это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Убери отсюда этих штатских. Вас понял. Понял, следуй за ним! Понял! Прикрой крышу! Закрыть ему путь направо! Тогда ему останется идти только на запад!
6. Груз у нас. Повторяю, груз у нас. Командир, все готово. Высылайте вертолет. Координаты. Черт! Высылайте вертолет немедленно, пока путь свободен. Похоже, командованию нет до нас дела. Придется Сент-Браво, мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент-Браво, будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем. У нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта! Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием! Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Вижу истребители в секторе А-95. Как они туда вообще могли попасть? Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи. Первый батальон 75-го полка рейнджеров. Это сержант Фоули. Замкомандира Хантер-2-1. Как слышно, прием! Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работает. Продолжаем путь пешком. Конец связи. Это Оверлорд. Вас понял. Удачи. Отбой. Не стрелять. Не стрелять по БТР. Они нас не видят. Держись правее и позади них. Заметили. Рамирес, бросай дымовые гранаты. Так, Морган, прикройте его. Они атакуют справа. Машины. Это точно. Бегу его. Мы подходим к огню противника. Вызываем авиацию в квадрат 2527. Пока дым не разделся. Беги мимо БТР в переулок. Рамирес, понял. Огнем цель. Открывается у черной машины. Рамирес, давай в переулок. Подожди.
обстановку. Где Рептор? Он в холодильной камере. Она почти пуленепробиваемая. И как он? Пока без сознания. У вас есть брать? Солдан, вы видите? Кто еще? Открыто лежит контейнер снабжения. Там орудие М5. Амира, отправляйся на крышу и разберись с орудием. Плохие новости! С юга идут грузовики! Представители 42-й дивизии! Они используют дым для маскировки! Говорит Хантер 2-1 главный! Рекомендую использовать тепловизоры! Опасность юга! Больше 2 дюжин пехотинцев! Рамирес! Контакт на 3! Я иду. Понял. Бомбардировщики! Укрытие!
Внимание всем! План меняется! Амира! Скажи своим охранять бургердал! Мы переместим туда рептора! Старое укрытие рассекречено! Всем внимание! Рептора надо переместить как можно быстрее! Ждите нас у южного входа! Надо убираться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг! Готов! Контр 2-1.
Хантер 4 обнаружил группу целей у заправки Нова. Прием. Рамирес! Хантер 2-1. Гелиоп-1 сообщает о вертолете противника, идущим в ваш район. Прием. Внимание! Вражеский вертолет! Еще одна вертушка! Бейте ее! Там закусочный на западе есть стингер! Отлично! Вертушка сбита!
Едем по улицам и на рынок. Вперед!
Кто-нибудь выключите телевизор. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант. Так точно. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковый. С Бэджером шутки плохи, сэр. Он доставит вас на место. Русские легко проходят сквозь нашу оборону. Но точно не здесь. Укажите точку на карте. Ее они не возьмут. Целью внезапной поражения.
Получено. Атакуем здание. Похоже на нападение. Рамирес, возьми портфель. Ну, что от него осталось? Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте вместе два и обыщите трупы. Есть. Однако мы получили информацию. Оверлорд, тут могила. Объект мертв. Движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, МакТавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного
6, курс 019. Даллас высаживает группу 2. Встреча у цели. Хватит смолить эту дрянь. Легкие посадки. Снимай в обоих. Поделись, начинай. Отвали. Двое противников в секторе 1 Альфа движутся к сектору 2. Так точно, Хоутел 6. Не расслабляться, парни. Объект у ограждения. Разрешаю огонь. Только с глушителем. Все чисто. Там заложники. Осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Поиск заложников наверху. Так, все наверх. Подвигаемся ко второй палубе. Внимание! Всем быть начеку. Территорию патрулирует вражеская вертушка. Не высовывайся, Хоутел 6. Вас понял. Вертолет, не высовываться! Хоутел 6, у вас там заложники. Так точно.
Все заложники освобождены. Повторяю, все заложники освобождены. Следуем в точку Браво. Прием. Хоутл-6, отлично. Высылаем морпехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Хантер 2-2. Это каратель главный. Платформа под контролем. Понял, подтверждаю. Каратель, это Феникс 1-1. Звено F-15 следует в квадрат 257-221. Для подавления ПВО. Как там обстановка? Всем бортам в квадрате 255202. Воздушное пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте в пункт назначения по маршруту November 2. Каратель, это Хантер 2-2. Хантер 2-2 работает по ЗРК на юго-западе главной палубы. Хантер 2-3 следует на буровую обезвреживать взрывчатку. Каратель главный, всем отрядам. Все ЗРК нейтрализованы. Повторяю, все ЗРК нейтрализованы. Небо чистое. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике, как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. Секунд. Хорнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Звено F-15. На борту по 4 харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Бокс 3, бокс 3. Хороший выстрел. Просто отличный. Хорнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорнет 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй, начинаю обстрел. Понял.
Тихо. Так, забираем заключенного 627 и убираемся отсюда. Всем быть начеку. Вперед! Снять его! Авиация уже в пути! 15 минут! Он прилетит охраны! С его помощью я найду заключенного! Вы двое со мной! Контакт у тебя на 12! Все ясно. Роуч, надо осмотреть камеры. Пошли. Продолжайте атаку. Камера пуста. Отлично, я вошел. Вижу вас на камерах пульта охраны. Так точно. Известно, где находится заключенный номер 627? Нет, но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Ясно. Начеку. Заключенный может быть в любой из камер. Ну, быстрее. Открывай ее. Пытаюсь. Это древняя штука. Коуст, это не та дверь. Все понял. Ждите. Нравится мне это. Есть! Как-то лучше. Вперед! Цель на 10 часов. Камера 4D, чисто. Не молчи! Во всех камерах пусто! Вот, заключенный 627 был переведен в восточное крыло! Иди через оружейную! Она в центре! Так быстрее! Понял! Отряд, направляемся к оружейной! Вперед! Противнику оружие на второй этаж! Повторяю! Противнику в кружении на втором! Видно что-нибудь? Плохие новости. К вам приближаются четыре отряда противника. Я их слышу. Пошли. Здесь нас сразу заметят. Коуст, открывай дверь. Черт подери, все закрыто. Придется пробовать по-другому. Поздно. Они уже здесь. Нужно прикрытие. Бери полицейский щит. Продолжайте. Буду держать в курсе. Отставить! Противник на входе! Вижу цель!
Кажется, это ваше, сэр. Какой еще СОУ? Ладно, пошли! Надо отсюда выбираться! Право 6, обстрел начался раньше! Выбирайтесь оттуда, быстро! Зона эвакуации под обстрелом. Нам нужно выиграть для них немного времени. Есть контакт! Понял. Группа 1 уже выехала.
связи 2-1 главный. Внимание, мы внутри, продвигаемся наверх. Подтверждаю. Оверлорд принял. Амира! Цель у тебя на 10! Пошли, пошли! Вижу цель на 1 час! Верно! Цель на 3 часа!
Внимание! Вижу вражескую бронетехнику и вертолеты на подступах к точке эвакуации с юга и юго-запада. Амира! Используй тяжелое оружие, чтобы уничтожить вражескую технику! Живо! Соединение установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись.
После этого Макаров атаковал США. Теперь все вокруг в огне. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени. Войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, за мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо. Пять человек, автоматы, осколочные гранаты, одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это болонки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Надо снять их всех одновременно. Конвой, прячься! Пропусти их. Двое отстали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Соу, мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Противник, берегись! Сбавь скорость. Их техника здесь не пройдет.
впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Отлично. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Заметили! В атаку! Стреляй! Роуч, не высовывайся. Если нас заметят, нам крышка. У нас убитый. Они нас видят. Огонь! Скала подойдет. Роуч, бери управление хищником. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Хищник сбит. Зал, нужен еще один хищник. Что мы здесь можем взять другое оружие. Вижу!
Соу, мы объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй беспилотник скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под кран. Ищи проблесковые огни. Это мы. Вы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь. Через несколько минут лодка начнет погружение. Несем потери. Идем. Неплохо. Выпущена атомная ракета! Атомная тревога, повторяю!
Тайгер 2-1, это Оверлорд. Вы меня слышите? Прием. Посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС. Подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Идем, нас ждет наша война. Что случилось-то? Что за черт, у меня прицел стал? Похоже, оптика накрылась. Связь была. Ты только посмотри. Солдат, кто у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Вы все слышали. Идем. Да. Иди первым. Есть. Порядок. Прикрываю сзади.
понял. Звезда! На месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, вперед. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тот просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались.
Отправимся в Москву. Не скоро, приятель. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время.
Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских. Бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нужно быть в двух местах сразу? Невозможно. Шансы убить Макарова 50 на 50? Капитан Прайс, прошу разрешения взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Опом возьмем свалку в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед! Змей 5-1.
Все чисто, отряд, перегруппироваться. Скайкроу, фотографии. Вас понял. Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю. Макарова не видно. Капитан Прайс, как успехи в Афганистане? Неплохо. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела. Ну, скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На свалку прибыли еще люди Макарова. Сауп, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Снайпер один в ударной группе. Внимание! С севера, запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Я на позиции. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. Гоуст, контакт на 6. Не могу сделать выстрел. Где же эти датчики? Озон, цель у тебя на 8. Так точно, вижу цель. Граната пошла. Гоуст, контакт на 3. Вижу его. Меняю позицию. Гоуст, цель у тебя на 6. Принял, веду. Принял, вижу его в прицеле. А, меня ранил. Один готов. Озон убит. Цель 12 часов. Расчет РПГ приближается с запада. Вас понял. Расчет РПГ приближается с запада. Контакт на севере! Граната!
отсюда! Артиллерия меняет позицию! Он слева! Позади! Меняю позицию! У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд! Ждите! Сниму их гранатой!
Роуч, Гоуст, Гоуст, прием. Выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соуп. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Передаем перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Противник вправо!
сердце! Труп готов! Хватай баранку! Элен, за взрыв! У нас всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за 1000 лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Ждать в точке эвакуации. 3 часа. Не стоит. У меня билет в один конец, брат. Тогда желаю удачи. Соуп, впереди большая засветка. Пещера должна быть где-то рядом. Ничего не видно. Прием. Зулу? Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием. Первый, убираем группу справа, прямо под нами. 2 слева мои. По моей команде. 3, 2, 1. Пошел. С собакой покончено. И -5 врагов. Ладно, теперь нам надо убрать другой отряд, пока эти не вернулись. Живее! Быстро вперед за остальными! Я на позиции. Огонь! У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Нужно торопиться. Цепляйся здесь. Дисайпл 4, Оксид. Доложите обстановку, прием. Дисайпл 4, Оксид, вы на связи? Прием. Эй, у меня ничего не слышно с севера от Дисайпла 4. Может, передатчик барахлит? Внизу 2 противника. Поехали. Противник над нами. Пока не стрелять. В нашу сторону идет патруль. Налево, быстро! Пропусти их. Батчер 7, я Оксид. Мы потеряли контакт с Дисайплом 4. Вероятно, просто песчаная буря глушит сигнал. Отправьте людей, пусть проверят. Оксид, прием. Посылаю Винсона и Ламберта. Батчер 7, отбой. Убери курящего охранника или дождись, когда он отойдет. Чао.
Поехали. Так, спокойно. Поехали. Так, спокойно. В этом коридоре двое врагов. Пока не стреляй, держись слева. Disciple 5, я Оксид. Доложите обстановку. Прием. Соуп, вниз по лестнице, прямо по курсу, два противника с фонарями. Беру на себя правого, по моей команде. 3, 2, 1, пошел. Все чисто, вперед. Disciple 6, Disciple 5 не выходит на связь. Проверьте, что там, прием. Тот, что на лестнице, мой. Вас понял, Оксид. Мы на мостике, движемся к котельной. Ждем указаний. Disciple 6, врывайтесь туда и устройте зачистку. Приготовься. Сейчас. Дверь заблокирована. Приготовься взломать. Бей! Осторожнее! Вперед! Вперед! Берете, ребята, двигаемся! Боевая единица Фокстрот, зачистка левого сектора. В открытый бой! Огонь! Они здесь! Огонь! Yeah.
Приступаю к выполнению директивы 116 Браво. Если вы внутри объекта, открывай дверь. Мы не забудем. Сламывай кодовый замок. Шепард, конец связи. Открывай дверь. Время на исходе. Бежим! Экскалибур, я Голд Игл. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео. Вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных позиций. Никогда я не помолчал. Уходим. Следуй за мной и не отрывайся. Сэр, идет песчаная буря. Подниматься в воздух рискованно. Вас понял. Отправляйтесь к туннелю. Возьмем зодиаки. Слушаю, сэр. Продолжаем наступление. Держать цель в поле зрения. Прикрой меня. Извините, господа, отойди на декорации. У меня пусто. Упомянул зодиак. Здесь должен быть выход к реке. Пошли! Говорю для записи. Историю пишет победитель. В истории много лжи. Если мы проиграем, его правда станет истиной, а нашу забудут. Шепард станет героем, ведь чтобы изменить мир, нужна красивая ложь и море крови. Он собирается совершить самый большой обман в истории человечества. Его правда станет истиной. Если он выживет, а мы умрем. Они сразу за углом, давай! Соу, быстро на борт! Вертолет! Маневрируй!
остановятся! Надо открываться! Лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек, а этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Yeah.
пока держится. Все, вставай! Я говорил, у нас билет в один конец. Знаю. Ведь нас будут искать. Николай, надо помочь. Да, есть тут одно местечко.